Здорово, канал Пошали и игра Jump Dopper. Угу. Мы играем кактусом. Ага, тут можно менять environment. Music, хорошо. Это демка. Вроде нормальная игра, платная. Блин! Копеечки. Нормально. 2 копейки. Да ну тебя в задницу. Хотя бы прыгать на такой скакалке. Ой, what the hell. 5 копеек. Да, continue. 5 копеек. У меня 7. Ты шо? Ты шо вообще уже? Да блин. Так нечестно. Смотри, у меня 8 копеек. Чё у меня ЕС не жмется? Ладно. Тут другого чувачка можно выбрать. 25 копеек? Мамочки. Блин, оно быстрее и быстрее начинает. Блин. Надо было написать от создателей фильма «Пила». Это 100%. Да блин, нет! Ну! Yes, I want to continue. What the hell? Ладно. Еще раз. Да блин! Не, ну ты серьезно? Я не знал, что у кактуса есть кровь. Понимаешь, если бы оно еще так не крутилось, вот камера вокруг, то было бы проще. Реально было бы проще. Окей. А я хоть, может, на нового персонажа насобираю. Может, он лучше прыгает? Все, насобирал на нового персонажа. Быстрее началось. Стоп! Стоп! Фу. Блин, оно быстрее, 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 быстрее режет. Зараза. О, уже ночь. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. 37. Давай возьмем нового. Ну-ка. Хочу купить. Есть! Мы будем играть Пиноккио. Пиноккио! Бу! Та-та-та-та-та-та! Ра! Ти! Бурати! Знаешь, почему Бурати? Потому что он обрезан уже. Но уже отрезали. Надеюсь, это нос. Хотя это может быть что-то другое у Буратино. Почему же ему нравилась Мальвина? Потому что что-то у него было еще, кроме носа. Очень похоже на нос. Так, ну-ка, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Не, ну это ж... Да ну его в пень! Срака. Блин! Да, в общем, продолжаем мы прыгать Буратино. Который хочет сохранить еще свое достоинство. Один раз нам это не удалось. Или два, я уже не помню. Блин. Да, блин. Что ты делаешь со мной? Успокойся. О, какое белое дерево. За ним следили. Блин.
Ладно, посмотрим, какой тут еще есть платформа. Я вроде открыл какую-то новую. Ой, мамочки, домики. В общем, игра реально зачетная. Можно в нее играть очень долго. Ссылка в описании. Спасибо тебе большое за внимание. Удачи тебе. Пока.